Всем привет, мои дорогие зрители и гости моего канала. Как всегда, очень-очень рада видеть вас у себя в гостях. И сегодня я снова в магазине «Фамилия», только уже в другом. И хочу с вами поделиться новиночками, которые я тут нашла. Ни для кого не секрет, что косметика настолько сильно подорожала, и цены идут наверх. Поэтому мне кажется, что вполне себе в «Фамилии» можно присмотреть что-то для себя интересненькое. Все-таки «Фамилия» стала намного-намного дешевле, чем когда они подняли цены. Цены продолжают падать, причем прям очень-очень даже сильно, что не может не радовать. Поэтому оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, на Яндекс.Дзен и переходите в Телеграм. Так что давайте начинать. И первое, что я сегодня нашла, это вот такой вот крем. Посмотрите, очень такой, кстати, большая такая упаковка. 1880 рублей в интернете, 1190 рублей стоит здесь. Кому интересно, останавливайте видео, почитайте. Ну, мне кажется, хорошая цена и хорошая скидка. А еще вот такой вот тоже нашла. Это, насколько я помню, пилинг-скатка, да, по-моему. Ну, скраб, да, у меня есть этой фирмы, очень мне нравится, вот прям вот довольно на все 100, 1300 рублей стоит в интернете, тут, конечно, дешевле. Вот такая масочка, крем для кожи, 1422, здесь стоит намного дешевле. 1295 рублей вот такой лосьон стоит, смотрите, можете тоже остановить, почитать, что там с витаминчиками он, и стоит он здесь 799 рублей, ну, прям, скажем так, отличная скидочка, поэтому можно что-то здесь себе подобрать. Вот такой еще кремушек, 641 рубль стоит в интернете, здесь стоит, опс, 399, отличная скидка, девчонки, кому интересно, берем. Смотрите, вот такой вот интересный шампунь нашла, он против перхоти, в интернете вообще не смогла найти этой фирмы. Вообще этот шампунь здесь 919 рублей стоит, ничего себе. Девчонки, пишите в комментариях, это что-то волшебное или как, надо брать или нет. Вот еще такой шампунчик нас нашла, витаминное увлажнение, здесь он стоит 409 рублей, в интернете 791, и, не, кстати, практически ничего нет в наличии из косметики, так что, девчонки, может, действительно имеет смысл купить это в «Фамилии». Еще вот такой вот спрей-кондиционер, 311 рублей стоит в интернете, сейчас 569 здесь, но в интернете он как бы недоступен для заказа, так что думается мне, что цена уже, конечно, совсем-совсем другая. Ну а вот эти вот гели для душа, я от них просто балдею, 249 рублей здесь, в интернете 299, ну как они пахнут, ну это просто невероятно. Есть еще вот такой вот маленький флакончик, 83 рубля, походный, правда непонятно, куда сейчас ехать. Ну, а так, в принципе, косметики здесь большое количество, я много всего показывала, так что выбирайте. Посмотрите, вот такая вот безглютеновая овсяная мука, 445 рублей в интернете, здесь 165 рублей, ничего себе цена. Вот эти соусы, ну, они очень вкусные, девочки, 227 рублей, самый дешевый стоит в интернете, по-моему, сальса, чесночный дороже, барбекю тоже, так что покупайте, это очень выгодная цена. Ну, для малышей есть вот такой интересный десерт, 99 рублей, в интернете 179. А еще завезли мед. Первый раз с «Фамилией» вижу мед. Ну, вот такой вот горный за 199 в интернете, подороже стоит. И еще обычный, по-моему, цветочный, насколько я помню. Да, цветочный, вот такая небольшая баночка, что тоже очень удобно брать такую, покупать небольшую, 139 рублей, срок годности замечательный, так что берите, не прогадайте, кто любит мед, тому сюда. Еще есть вот такие вот, например, баночки пришли, разрыхлитель для теста, 179 рублей, 188 в интернете. Девчонки, кто печет, мне кажется, удобно вот такими сразу баночками по 155 грамм брать. Ну, мне кажется, удобно, чем этими маленькими пакетиками, хотя не знаю. Еще есть вот такой вот ванильный сахар, 168 рублей в интернете стоит. Здесь он стоит чуть-чуть дешевле, 149, но все равно вот как бы, мне кажется, это более удобный вариантик. Ну и вот такие вот ароматизаторы, Dr. Oetker, 79 рублей стоит. Здесь в интернете они стоят дороже, 106 рублей выше, в магазинах вообще просто там зашкаливает цена, здесь 69 и 79. Посмотрите на этого клевого зайца.
и посмотрите, как опустилась на них цена. Всего 399, стоил 749. Ну, спасибо, фамилия, молодцы, что снижаете цены и не оставляете такой коралл. Вот тут немножечко какой-то зазорчик. Мне кажется, это не смотрится как дефект. Вот такая интересная тоже корзинка. Кстати, я очень хорошо помню, что вот эта стойка-корзинка стоила 7 с лишним тысяч. Я обалдела, когда увидела. Сейчас 3999 рублей. Пишите, девчонки, в комментариях, на самом деле, дорого, как вы считаете, или нет. Потому что, ну вот не знаю, честно говоря, и вроде качественно, и вроде все хорошо. Да и ну вроде как-то дорого, не знаю даже. Вот тут инструкция даже лежит. Ну вот... 3999, хотя, не знаю, ну, кстати, она достаточно высокая, симпатичная. Вот такое вот кашпо, большое, классное кашпо, оно пластиковое, но большое. Но в интернете оно стоит чуть дешевле, здесь оно стоит 399, а в интернете 366, так что не успели, видать, еще переклеить до более низкой цены. Но тут, кстати, есть разных цветов, и бежевые, и белые, и серые, и такие вот коричневые, так что выбрать можно. Посмотрите, какую интересную лампу я нашла. Это H-концепт. H-концепт вообще перестал как бы что-то в Россию возить. Боюсь, что это уже последние разы. Ну ладно, не будем каркать, посмотрим. Вот такая классная лампа, 1509 рублей. Мне кажется, это хорошая цена. До этого стоили, они оценили ее 3900 практически. Ну, адекватными надо все-таки быть. Но вот это мне очень понравилась лампа. А вот вторая... Слушайте, объясните мне, пожалуйста, это что, мода какая-то такая? Посмотрите, вот такой перевернутый как бы абажур. Но он так и должен быть. Я так и не поняла, вот в чем прикол. Нынче 1019 рублей она стоит, но такая интересная, конечно, наверное, задумка. Не знаю. Вот эта ваза, какая же она красивая. Цвет невероятный, камера вообще не передает. И здесь стоит всего 1799 рублей, в интернете 3298 и выше, но очень красиво, большая, такого цвета интересного, глубокого, мне очень-очень понравилось. Прям вот, как говорится, мое-мое, и знаете, вот какой-то формы она классной. А посмотрите, какую милашку я нашла, 639 рублей, в интернете стоит такая тарелочка зайчик, 499 рублей, а фамилия, ну... Сами судите, дорого или нет. Мне кажется, вполне себе нормально для такого декора. Еще вот такое яичко. Я его как-то вам показывала. Сейчас опять его уценили. 399 рублей. Да это уже ценили 700. Ну, совсем фамилия с ума сошла. Ну и лаверамикс вообще начали снижать. 289 рублей уже, помните, показывала 600 с лишним. А эти классные соусники выставляли. Вот такое блюдо. Видели с точки от Элен Галлери. 716 рублей в интернете. Здесь 519. Хорошая цена. Блюдо супер. И вообще качество у них класс. Посмотрите на эту милашку. Девочки, ну это просто невероятная милашка. Я понимаю, что это пасхальный декор такой временный. Ну, для деток купить такую тарелочку, это супер. И всего-то она стоит 249 рублей. Ну, согласитесь, это не та цена, которую прям вот... Можно там испугаться, 249 рублей. И вот такой вот, посмотрите, милый зайчик с солонками, тоже классный. 233 рублей, 3 рубля он стоил в Сималэнде, сейчас его нет, 199 рублей он стоит здесь. Ну, очень мне понравился этот декорчик, милый, красивый и очень-очень аккуратненький. Знаете, еще яички такие, как будто немножко потрескавшиеся, то есть классно имитируют настоящие яички, в общем, очень мне понравилось. Но вообще Элен Галлери сейчас много в распродаже, цены они глобально снизили, то, что стоило 700, стоило стоит 280, то, что стоило еще выше, стало там 350, поэтому, девчонки, молодцы, фамилия все снижает, снижает и снижает, что нас не может не радовать. Вот как этот H-концепт, 229 рублей, последняя цена его была 390, сейчас вот еще сильно снизили, и, кстати, продолжают снижать. Вот такая вот швабра. А, здесь она стоит дороже. Видимо, не успели переклеить ценник. Но мне кажется, это очень удобно. Вот такая длинная швабра, 449 рублей. И к ней вот так прилепить совочек. Но чтобы его не потерять, что обычно у нас у всех происходит. Интересный вот такой большой совок, ведро, 249 рублей. Для загородного дома или для улицы. Мне кажется, супер классная идея. Ну и вот очень много ковров. Сейчас вам покажу вариантики такие. Кстати, появились очень большие ковры. Знаете, на кухне их стелят такие дорожки, как бы, да, перед гарнитуром кухонным. Вот, например, такой. Качество отличное. Это турецкое качество. Они на производство Турции. Есть два разных рисунка, вам тут нашла. Покажу, цена у одного 2499, там, по-моему, 1,50 м на 80, вот этот, да.
Он вот стираться в машинке будет элементарно, поэтому постелить, в общем, очень супер классный вариант, и качество у него мне очень понравилось. Но тут выбирайте рисунок, вот такой вот он, камера не передает, бежево-коричневый, все-таки не в серый цвет, а больше в коричневый. И второй вот такой же, то что только с другим рисунком, но он уже чуть подороже, но правда он уже метр на 1,50 м, то есть пошире немножечко, вот это производство Турция. Мне кажется, очень хорошие ковры, 3,789, но не факт, что еще просто не переклеили цену на более низкую. Сейчас снова надо смотреть и на красные, и на белые ценники. Девочки, внимательно, обязательно все сравнивайте, потому что очень сейчас непонятно в фамилии все, но снижают, снижают и снижают прямо капитально, так что это очень-очень радует и важно для нас, для всех. Но по этим ценам можно покупать, как говорится, потому что все товары, которые в большинстве, во всяком случае, которые я смотрю в интернете, уже просто нет наличия, и купить их невозможно, что очень расстраивает. Поэтому фамилии, возможно, стоит обратиться, вернее, к фамилии и купить там товар, даже если он чуть-чуть дороже стоит, если вы его искали, если вам он нужен. Так что присмотритесь и задумайтесь об этом. Так, ну а вот, например, дозаторы, пока до дозаторов не дошло подешевление, то есть все равно они стоят достаточно дорого, хотя в интернете, девчонки, я смотрела примерно, слушайте, ну они стали стоить все за 1000 рублей, просто все банальное, вот атмосферы, такие вот то, что мне нравится, они все стали стоить гораздо дороже. Вот такой вот финиш, 1500 рублей он стоит в интернете, 45 таблеточек, здесь стоит чуть-чуть дешевле, 1399, мелочь, но приятно. Ну, а я буду с вами сегодня уже прощаться. Спасибо огромное, что остаетесь со мной до конца. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Яндекс.Дзен. Мне очень это приятно, потому что там как раз только-только начинает продвигаться мой канал. И за это вам огромнейшее спасибо. Переходите в Телеграм обязательно. Ну, а я буду вас продолжать радовать своими интересными видео с находками. Всем пока-пока!